Здравствуйте, мои дорогие. Я свернул с велосипедной дорожки в одну сторону и попал случайно на такое ощущение, как будто улица прошлых десятилетий. Потому что здесь вот я вижу бордюры, дорожки. Реально, как будто бы здесь когда-то была улица. Так все интересно. Вот плиты, переходящие в тропинку, а в другой стороне плиты еще идут. Посмотрим, куда они ведут. Интересно уже просто стало. Так, там плиты ведут к коттеджу. Но коттеджи новые, а плиты средневековые. О, прикольно. И здесь тоже плиты. Прикольно. Котик, наверное, чей-то домашний. Во, я попал. Такое ощущение, что здесь раньше была какая-то улица. Вот. Какое-то вот строение. Блин. Видно, что очень старое, потому что здесь свалку устроили. Блин, реально здесь что-то раньше было. А под этими плитами, наверное, какое-то помещение было. Видно, типа как бункер какой-то, идущий вниз. Там тоже свалка. Да, я понял. Здесь, наверное, где-то в военные времена было укрытие, скорее всего. По идее, это срезанные железные столбы. Это все заманчиво и красиво. Задуматься, как это было на самом деле. Вон какие-то трубы, идущие снизу. Такое ощущение, что под землей где-то бункер. Вот, обрезанные трубы. Кстати, не детские трубы, такие серьезные. Вот, 4 трубы опорные. В квадрате. Прикольно. Хочу добавить лишь только то, что здесь вот под этими плитами, возможно, находится какое-то помещение, бункер какой-то, стопудник. Это какой-то древний мозырь. Его меня занесло. Вот этим плитам явно лет 60, не меньше. Потому что я примерно разбираюсь. Вот тут странно тоже такая дорожка. Видно, что так уже никто не делает. Тупо залиты камни цементом. Прикольно. У меня такое ощущение, что в Мозыре есть еще какая-то подземная жизнь. И это просто еще со времен войны что-то забитое такое. Счастья вам, удачи, любви, успеха. Встретимся в следующем ролике, где я буду слушать головоломку. Пока-пока. Это был таинственный Мозырь.